Каков он? Путь успеха. Может ли человек в современном мире с его связями и знакомствами достигнуть всего сам? Главное, это делать свою работу на 100%, считает герой нашей сегодняшней программы, самый молодой ректор одного из ведущих вузов России. Сергей Емельянов, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, доктор технических наук, профессор, ректор Юго-Западного государственного университета и просто человек в программе «Человек-дело». Сергей Иванович, вы здесь работали студентом, да? Нет, не здесь, а на Энгельсе, на хлебзаводе. Когда вот это была форма, хлеб был, это надо было взять форму, выбить ее, отбросить в сторону, повернуться, забрать. Сейчас в автоматизированном режиме мы уже видим, как инженеры реализовали все. Что человеку остается контролировать, где-то чуть-чуть поправлять. Это достоинство. В Курской области ни один вуз никогда не готовил технологов для пищевых производств. Поэтому обсудив с работодателями, что нужно готовить собственных технологов производства. И именно в техническом университете? Обязательно. Политех – одно из четырех старейших высших учебных заведений нашего города. Сегодня он носит название Юго-Западный государственный университет. И это не дань моде. Такая смена вывески позволила вузу расширить свои возможности, открыть новые перспективные специальности, такие как, например, организация безопасности дорожного движения или строительство дорог и аэродромов. Сергей Геннадьевич, ну вы ведь и сами машину водите, да? Да, и с большим удовольствием. Ну а что вы как водитель думаете вот об организации дорожного движения, ну, хотя бы в нашем городе? Ну, я машину вожу с 1987 года. И, конечно, тот поток, огромное количество машин, которые в настоящее время образовалось, мы это наблюдаем. Наверное, два момента. Плохо, что образовались пробки, а второе, хорошо, значит, люди стали жить лучше. Дороги строятся, но... Еще надо правильно организовать дорожное движение, чтобы оно было безопасно, чтобы вот оно было... Вы действительно думаете, что можно что-то поправить просто организационными мерами? Ну, давайте посмотрим, что определенные решения вопроса по закольцовке линии и организации одностороннего движения привели к уменьшению нагрузки транспортных потоков. И это должны делать специалисты. Первый. Работу свою покажете? Нет. Нет? Это джаз, Евасимович. Так, как я их понимаю. Это особенность специалист. Тут совершенно другие ребята учатся. Это три человека, три джаза, да? Совершенно разные. Расскажите, как появился вот этот вот факультет? И вот, не знаю, замечательный этот коридор. Даже как-то коридором его назвать. Странно. После посещения университета Финляндии как бы и родились эта мысль создать такую зону именно для архитекторов. Конечно, фигуры пришлось покупать очень много, то есть вкладывать. За спиной у нас Венера Миловская. И, знаете, студенты облюбовали ее грудь, но все время было уже затерто было. Но пришлось поставить видеокамеру, чтобы избежать этого. Но студенты наши есть студенты. Стали более деликатны. Стали более деликатны. Сегодня в родном университете учится и сын Сергея Емельянова, Алексей, и отец Геннадий Дмитриевич, один из первых выпускников Политехнического института, а сегодня один из первых студентов университета пожилого человека. Что вас подвигло вот пойти учиться? Меня? Стремление к знаниям. А сейчас стремление к знаниям. А я всю жизнь учусь. Я ни за что возьмусь, я все умею. В строительстве, в сапожном деле, в сантехнике. Вот вы сыну такое умение передали? Как же, мы с ними дачку строили вдвоем, выстроили. И в земле, он на земле работал. Все это с детства прививало сыну. Все, все, труд, он трудоголик. Работает это с 8 до 10 вечера. Это у него рабочий день, как нормально. Выходные дни на работе. Ну, туда ходит человек. Вот тут на места так или не знаю что. Типа отдает все себя работе. 8 лет назад администрация Курской области обратилась к ректору Курского технического университета с просьбой выкупить и восстановить производство комбината художественной росписи, которое находилось в конкурсном управлении. Вернуть людей и наладить выпуск продукции было поручено тогда
молодому проектору Сергею Емельянову. И сегодня курские художницы создают поистине народные изделия. Роспись запатентована. И даже когда получилось небольшое как бы претензии к нам с Нижнего Новгорода, да, якобы мы повторяем нижегородскую роспись, то с помощью патентов мы доказали, что эта роспись уникальна. Она запатентована, она именно является курской росписью. Сохранить качество продукции в сложных кризисных условиях непросто. В среднем выход изделия от начала изготовления составляет порядка 6-9 месяцев. Несмотря на подорожание сырья, предприятие не опускается до использования дешевых красок или прессованной стружки. Изделия вытачиваются из цельных пород осины и липы, а лики святых на иконах выполняются из сусального золота. Сейчас здесь продолжается капитальный ремонт. Но самое главное, по мнению Сергея Емельянова, чтобы зарплата позволяла достойно жить работникам комбината. Сергей Геннадьевич, как получилось, что вы самый молодой ректор в Курске? Нарывали судеб. Это произошло. Днем учился, вечером занимался наукой. Вот так успевали крутиться. В субботу, воскресенье проводили самые крупные дискотеки в городе Курске. Так вы были диджеем? Был, каюсь. Но это было, наверное, самое замечательное время, ведь надо было управлять такой большой толпой, будем говорить, как тысячи человек. Это был холл Творца культуры ДК КЗТЗ. И мы, наверное, первые, кто привез Modern Talking туда, одну из самых известных в Курске, и сделали эту дискотеку. Мы растим не только будущих специалистов, да? Нам хочется, не хочется, а ректору, чтобы вы выходили в жизнь самыми талантливыми, самыми удачливыми. И вот то, что сегодня происходит, то, что вы можете сделать, вам поможет в будущей жизни, в вашей карьере. И все-таки мы самые лучшие с вами! Вы знаете, кто ваш ректор? Вы знакомы с ним? А знаете, что он в прошлом был диджеем? Диджеем? Серьезно? Вау! Ну это вообще новость для меня. Ну это хорошая новость. Ну очень, да. Как вы относитесь к вашему ректору? Замечательно, очень его обожаю. Правда, я только на первом курсе, только начинаю с ним знакомиться, но уже очень-очень люблю. Он всегда нас поддерживает во всех наших начинаниях. Вы знаете, что он был диджеем в молодости? Нет. Теперь об этом будет знать весь университет. А нам очень приятно всегда перед ним выступать, потому что впечатление такое, что он с нами вместе на сцене находится. И когда ребята выступают, они потом спускаются, они говорят: ребят, как там ректор? Он говорит: все, говорит, батя был доволен. Вот, да, вот так, да. Да, потому что они с ним дружат, потому что они видят, что он их любит, и, конечно, идет ответная волна. Уровень творческих коллективов Юго-Западного государственного университета очень вырос за последние годы. Например, участники ансамбля «Эксклюзив» уже 3 раза принимали участие в международных конкурсах в Чехии, Испании и во Франции, где получили гран-при. Спортсмены Юго-Западного государственного университета – призеры Олимпийских игр, первенства России и мира. Еще одна большая победа – команда КВН «Прима». Правда, для того, чтобы добиться признания, потребовалось целых 14 лет. И мало кто знает, чего стоило команде и ректору университета уход из высшей лиги КВН в 2008 году и возвращение в 2009. И, конечно, аппаратура, костюмы, поездки, содержание спортивных сооружений – все это приличные деньги. Однако в том и задача ректора, как главного менеджера вуза, привлечь их, считает Сергей Емельянов. И все же университет – это в первую очередь образование и научная деятельность. С 2007 года Юго-Западный государственный университет занимается разработкой малых космических аппаратов и приборов для изучения нашей планеты из космоса. А начиналось все из обычного увлечения студентов и преподавателей радиоэлектроникой. Когда Сергей Геннадьевич стал ректором, многое изменилось и с материальной вот поддержкой, и, в общем-то, с таким организацией. Наверное, правильная организация. Если раньше мы как-то были просто любители, то сейчас это стало на официальные такие рельсы. Дело в том, что у нас есть возможность теперь работать с ракетно-космической корпорацией «Энергия». А это значит, что ребята, которые здесь, могут попасть в отряд космонавтов. Сегодня Юго-Западный государственный университет сотрудничает со многими предприятиями Курской области, осуществляя для них научные разработки и в том числе в сфере нанотехнологий. А главный процесс происходит здесь. Здесь стоит уникальное оборудование, которое находится единственное в Российской Федерации среди высших учебных заведений. Специальные атомно-силовые микроскопы позволяют работать с объектами, которые в 100 тысяч раз меньше толщины человеческого волоса. Достаточно вспомнить о самом крупном предприятии Михайловском горнообразовательном комбинате, действующем в Курской области. И мы начали с ним исследование их объектов, этой руды, которую они добывают. И оказалось, что при исследовании на микроспектрометре
удается получить сразу ответ на вопрос, какие минеральные соединения входят в состав. Это очень быстро происходит, в течение нескольких минут. И дать рекомендацию производственникам, то есть Михайловскому горно-водительному комбинату, какую технологию использовать для конкретной руды, только что вынутой из карьера. В Центре нанотехнологий ученые, изменяя структуру вещества на уровне атомов и молекул, открывают новые уникальные свойства. Мы как раз реализовали эту идею покрытия определенные, разработали. Ведь мы любим наш транспорт, автомобильные, да, машины. И любим тогда, когда чтобы они не ломались. И не хотелось бы, чтобы через 20 тысяч мы меняли какие-то высоконагруженные узлы, а хотим, чтобы они 100-150 тысяч отъездили. Вот обработка нашими технологиями, да, позволила бы это значительно увеличить. За эту разработку в 2010 году научному коллективу под руководством Сергея Емельянова была присуждена премия правительства Российской Федерации. Ректор не может заставить ребят как-то двигаться или там танцевать, петь или заниматься наукой. Да, это желание самих ребят. Просто это желание надо поддерживать и направлять в необходимое русло. И тогда все получается. Тогда на самом деле университет получает свой бренд, свое имя. Его знают не только в России, но и за рубежом. Успех – это когда ты смотришь в зеркало и гордишься тем, кто ты есть. Тем, что ты выкладываешься на все 100, достигая поставленных целей. Как герой нашей сегодняшней программы. И, наконец, успех – это когда твои близкие гордятся тобой. Я желаю вам успеха. До свидания.